Доброго времени суток, продолжаем снимать обзоры на еду и напитки. И вновь у нас бренд Самсон. Очень нравится говядина от Самсон. Периодически беру биштексы и колбаски, и фарш. Вот. И сегодня у нас на обзоре чевапчичи. Такая вот упаковочка. Ознакомьтесь с дизайном. Упаковка 450 грамм, продавалась в магазине Метро за 429 рублей. Недешево так для колбасок, ну и порция 450 грамм. Что здесь написано? Гриль-мания. Для гриля будем жарить на гриле. Полуфабрикат категории Б. В состав у нас входит следующее. Говядина, пшеничные волокна, соль, говяжий белок, пряности, экстракты, красный перец, тмин, кориандр, паприка, майоран, мускатный орех, куркума, имбирь, пожитник, декстроза, усилитель вкус, аромат, глутамат, натрия замещенный, регулятор кислотности, трифосфат, экстракт натрия, экстракт натрия, стабилизатор пирофосфата, концентрат на основе лимонного сока, сок лимона, пиросульфит натрия. Ну, в общем, как-то вот так. Составчик такой интересный. На 100 грамм продукт у нас 14 граммов белков, 18 грамм жиров, 3 грамма углевод, 230 килокалорий. То есть довольно калорийные колбаски. Изготовитель у нас мясокомбинат Всеволожский. Сделано в Ленинградской области, Всеволожский район, город Всеволожск. Ну, как-то вот так. Выглядит это не очень симпатично. Погнали жарить. Что, ребята, погнали жарить. Что, ребята, колбаски готовы, выглядят замечательно, аромат очень приятный, хорошее мясо, хорошие специи. Даже думаю, их вкусно будет есть без соуса, на всякий случай соус есть. Добавлю только чуть-чуть перчика свежего. И можно начать дегустацию. Что, погнали. Вкусное мясо и отличный набор специй, хорошо подобранный. Да, тут, конечно, много ароматизаторов всяких, которые дают вкус помимо специй, но в целом очень вкусно. Хорошо будет смотреться как самостоятельно, так и с гарнирчиком, так и в каком-то блюде. Очень вкусно. Вообще, наверное, из всех брендов говядины, полуфабрикатов, того же фарша, что я пробовал, Самсон самый вкусный, очень вкусная говядина. И скажу, что самые вкусные колбаски, которые я ел, самый вкусный, может быть, Prime Beef, больше всего мне нравится на колбаске. Но очень хорошие. Скажем так, своих денег они стоят. 400 там, с копейками рублей, здесь почти полкилограмма колбасок, 12 штук. Очень достойно. Одному человеку на яйца точно хватит. Даже если вы едите мало, можно растянуть на компанию. Ну топ. Топ. Однозначно. В общем-то, готов сделать вывод. Колбаски мне понравились, как по вкусу. Мясо, набор специй очень хороший, так и, в принципе, цена. Почти за полкилограмма 400 рублей за колбаски – это нормальная цена. Денег они своих стоят. Поэтому я поставлю 5 баллов с 5. Рекомендую отличные чевапчики от Самсона. Берите, не пожалеете. На этом все. До новых встреч. Пока.